Давай покажемся. Есть у нас такая мини-мини-мини девочка. Вот такая. Не думайте, она не будет черная. Она будет красивого, вот такого вот цвета. Вот смотрите. Вот. Нравится цвет? Нравится. Будет красивая оранжевая девочка. А вот то, что у нее подшерсток пока еще такой темненький. Это не от моей собаки. Это вот у кобеля есть немного, как сказать, вот эта серость, ее не будет. Вы, пожалуйста, не бойтесь и не беспокойтесь. Ее этой серости не будет. Будет красивая оранжевая мини-мини-мини-мини-мини-мини девочка. Вот такая вот она. Вот она очень такая кукляшечная. Очень красивенькая девочка. Вот такая. Одета она очень хорошо. То, что у нее подшерсток такого соболинного окраса. Ну, есть такое, сами все знаете, что есть щенки, которые с детства с чистой такой шерсткой, без соболя. А есть вот с детским защитным окрасом. Но от этого она не менее прекрасна. Маленькая девочка, ничего вот этого не будет. Она вся была вот такого цвета. Те, кто в теме, те знают, что сначала высветляется область головы. Вот. А так она была вся вот такая. Ни одной волосинки не будет. И то, вы видите, уже ось. Вот как бы так показать-то. Как бы так показать-то. Вот ось. Уже рыжая. Остался только подшерсток. Он высветлится. И не будет вот этой серости совершенно. Даже вот не думайте. И не беспокойтесь. Одуванчик, посмотри на нас. А, Одуванчик, чего ты там ищешь-то? Соринки какие-то, волосинки. А, вот такая красотулечная. Она очень-очень маленькая. Вот я ее как бы близко снимаю. И размера как бы не ощущается, да? Как бы я так это снять-то, чтобы видно-то было. Вот, смотрите. Вот как-то вот так, да? Вот. Вот такая девочка. А сейчас мы ее взвешаем. Ты что ты будешь делать? Ну-ка, ноль. Так, где эта наша красота? Видите, даже сейчас видно, что она очень яркая. Обстановка ей не нравится, конечно, что вдруг ее куда-то забрали. Будет вот такая яркая-яркая девочка. Как цветок-огонек. Так, давай, ребенок, давай, мой одуванчик. Вот. Ей 1,5 месяца, она весит 443 грамма. Вот так. При этом она такая справненькая девочка, не худенькая, такая хорошая девочка. Вот такая кукляшная. Как бы тебя так взять-то, чтобы ты мне везде попала на камеру-то. Вот так. И видите, на мордочке, вот мордочка была вся черная, тоже идет высвечивание. Она будет яркая, красивая, и у нее не будет ни одной волосинки черной. Можете даже не сомневаться. Вот такой ребенок. Маленький-маленький, прималенький мини-медвежонок. Во взрослом возрасте она будет, ну, где-то. Она будет где-то 1,5 кг будет. Вот такая кукляшная девчонка. Будет яркая-яркая-яркая оранжевая. Ну ты не спи. Ты чего? Я же тебя снимаю. Вот такой маленький красивый ребятенок. Эй, одуванчик. А, одуванчик. Посмотри на нас. Ну. Чего мы тебе не нравимся совсем, что ли? А?
нравимся, что ли? Чего ты отворачиваешься? Вот такая будет красивая, яркая, яркая, мини-мини девочка килограмма на полтора. Еще раз повторяю. Это перспектива 1,5 килограмма. Маленькая, смешная будет собачонка. С очень-очень коротенькой мордашкой, если вы обратили внимание. Давайте я так сверху покажу. Видите, малюсенькая-малюсенькая мордочка у нее. Хороший, красивый ребенок. Вот такая. Малипусечка. Малипусечка такая. Так, как-то ее надо по-другому снять. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Кто подписался, особый респект. Ну и как всегда, продолжение следует. Здоровья вам и вашим любимцам!